нам солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Сейчас, Шунечка, я тебя поймаю. Это мы еще посмотрим. Коксик, ау! Ага, так, так. Я здесь. Ага, попалась. Не поймал, не поймал. Как нам весело играть. Ой, что-то грохнуло об пол. С Коксиком мы не скучаем, в жмурки целый день играем. Вот что, Шунь, тебе скажу, что-то долго я вожу. Это потому ты так долго водишь, что я ловкая и быстрая. Ах, ловкая? Ну, погоди, сейчас поймаю. Ты где? Не поймаешь? Поймаю. Доброе утро! Доброе утро, Зубок! Здорово, что ты пришел. Будешь с нами играть? Тогда тебе води. Да, у нас так весело. Да? Вам весело, а мне что-то не очень. Поиграешь, и у тебя настроение тоже хорошим станет. Ну да. А вот и не станет. А это почему? Я ж сегодня дежурный. Все утро только и делал, что... Порядок наводил, а вы опять все разбросали. Да подумаешь, какая ерунда. И ничего не ерунда, и вообще. Друзья так не поступают. И как же друзья поступают, по-твоему? Друзья всегда помогают друг другу. И, между прочим, все, что уронили, на место складывают. Ты что, хочешь, чтобы мы прямо сейчас все бросили и уборкой занялись? Не, мы с Шуней не согласны. Да. Разве вы мне не друзья? Друзья, конечно, только мы сейчас доиграть хотим. Доиграть? Ах так? Ну и пожалуйста. Доброе утро. Ну что, рассказывайте, что у вас тут приключилось? Енотыч, у меня сегодня важное дело. Я дежурный, за порядок отвечаю. Они, вон, ну смотри, все разбросали. И убирать не хотят. Нет, почему хотим? Только потом. Ну, тогда и дружить я с вами тоже потом буду. Да пожалуйста. Ну, подождите, подождите. Давайте-ка все хорошенечко обдумаем. А пока будем думать, поиграем в одну новую игру. Она называется «Кто самый ловкий?». Никогда про такую игру не слышал. А как в нее играть? Да, и кто будет этим самым ловким? А тот, кто быстрее всех соберет как можно больше разбросанных вещей. Победитель получит награду. Получается, это будет настоящее соревнование? Ой, давайте, давайте скорее начинать. Я так люблю всякие соревнования. Ну, в таком случае не будем терять времени. На старт! Внимание! Начали! Тили-бом, тили-бом, дом наш ходит ходуном. С пола поднял я подушку. Я на стол поставил кружку. Нитки нужные для штопки, положу скорее в коробки. И везут мои машины, мячик, кукол и картины. По дорожке прямиком в новый дом, в новый дом, в новый дом. Все готово. Енотыч, говори скорее, кто из нас победил. Кто? Да. Ну, даже и не знаю. Вы все оказались очень ловкими. Это что ж получается? Мы зря старались? И значит, никто из нас не получит приз? Нет, этого допустить нельзя. Тем более, что приз в
вкусный шоколад. Вот. Ух ты! Да, а вот кто его получит, решайте сами. А, это буду я. Почему это ты? А может быть, это будет Шуня? Нет-нет, я думаю, что приз должен получить Енотыч. Кто? Енотыч. Все знают, что он самый ловкий в Шишкином лесу. А еще он научил нас тому, что если постараться, то даже самую скучную работу можно превратить в интересную игру. Ой, а ведь и правда. Вон как быстро мы все здесь убрали. Звук, ты больше на нас не обижаешься? Ты уж нас извини, что мы тут все разбросали. Да, конечно, не обижаюсь. Тем более, вы ведь помогли мне все убрать, а? Ой, правда. А это Енотыч нас спас от ссоры. Так что предлагаю отдать приз ему. Согласен. И я согласен. Приз твой, Енотыч. Ну что ж, спасибо. Только я думаю, что мы все его заслужили. Так что поделим шоколадку поровну. Ура! Жалко, что игра закончилась. И надо прощаться с ребятами. Ничего, скоро мы встретимся снова. Конечно. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего доброго, друзья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.